По итогам минувшего февраля в России заметно снизился интерес к автомобилям с пробегом. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные автосалонов. Например, аналитики сайта «Авто.ру» отмечают, что спрос на подержанные машины в нашей стране упал на 22% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Такую тенденцию эксперты объясняют рядом факторов. Например, активные распродажи новых автомобилей, которые с прошлого года скопились на дилерских складах. Стоит отметить, что еще в середине прошлого месяца «Автостат» также фиксировал такое положение на рынке. В частности, заявлялось, что в годовом выражении продажи подержанных машин в России снизились на 10 с небольшим процентом.